Женщина спасла и приютила несимпатичного котенка с большими ушами. Однако она была поражена тем, каким он вырос в итоге. Это был обычный летний вечер в Португалии. Женщина возвращалась с работы домой. Она шла привычным маршрутом, как вдруг услышала на пустой улице громкое «мяу». Женщина остановилась и посмотрела по сторонам, однако никого рядом не заметила. Потом она снова услышала отчаянный и громкий писк котенка. Сердце женщины сжалось. Тогда она стала прислушиваться и поняла, что питомец сидит где-то за электрическим блоком. Душераздирающие писки и мяуканье не прекращались. Тогда женщина поняла, что там застрял котенок и ему нужна помощь. Самостоятельно справиться с электрощитком она не могла и решила вызвать пожарную службу. Пока спасатели ехали, женщина старалась как-то успокоить питомца. Она ласково с ним говорила и обещала, что все будет хорошо. Спасателям удалось достать бедняжку из этой ловушки. Неизвестно, как он туда забрался, но выбраться обратно у него уже не получалось. Женщина спасла этому котенку жизнь. Ведь он так мог и остаться там, если бы все равнодушно проходили мимо. Котенок был очень худым, было видно, что он не доедал. Спасительница решила приютить его у себя, несмотря на то, что у нее дома уже жили другие питомцы. Два кота и собака. Женщина дала котику кличку Спок в честь героя популярного фильма, у которого тоже были характерно большие уши, как и у этого питомца. Спока дома помыли и начали потихоньку поправлять его здоровье. Сначала он ел очень мало и только жидкую пищу при помощи шприца, но спустя какое-то время он становился крепче и стал набирать вес. Он подружился с другими питомцами и с удовольствием резвился с ними. Когда женщина только принесла Спока домой, она и подумать не могла, что из этого нескладного маленького и тощего котенка с большими ушами вырастет такой красивый кот. Спок оказался настоящим красавцем.